Hello Gold. Что хочет, то и делает. Нет. Да. Нет, я сказала. Да, я сказала. Не ругайся на меня. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг друга. Горько! 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 20! 50! Да сто! Я горько! На этом церемония закончена. Прошу идти вперед совместно! Перевожу. Это пожелание, чтобы вот такой смех звучал в вашей семье и не из одних. Это был муж. Муж, прими пару советов. Совет первый. Это не называй, не называй свою жену курицей. Снесет яйца, оба нахуй. Ребята, поднимите кто-нибудь ребенка, он встать, по-моему, не может. Да. Да, кстати, по поводу яиц. В общем, пока вы здесь все собрались, невесту не приведут, пока не пройдет конкурс «Битье яиц». В общем, яйца будут бить мужики. Поэтому, мужики, выйдите сюда. Их всего два. 10 человек нужно. 10. 10 желающих побиться... Побить яйца. Сейчас вам поступательно качательными движениями, бедрами. Туда запись состоит, снимать. Бьете яички друг другу. Побеждает тот, у кого остается хотя бы одно целое яйцо. 3-4 марш. She was the meanest cut. In old Chicago town. She was the meanest cut. She really mowed them down. She had no heart at all. No, no, no heart at all. She was the meanest cut. Oh, she was really tough. She left her husband flat. He wasn't tough enough. She took the boys alone. 'Cause every man and strong. Ma, 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 ma. Oh, they got
Итак, дамы и господа, вчера киса поймал подвязку. Ему суждено. Прилипнет, я чувствую. Суждено в этом году. И он этой подвязке нашел грамотное применение. Ну-ка, покажи. Вот, орнамент, вот, все. Киса. Придется жениться, 27 лет дураку, 2 метра безобразия, без смеха смотреть нельзя, понимаете, в чем дело? Так, ищу бабу, я свободен, та-да-да-да-та-да-да, ну, как-то так вот, понимаете. Бабу будешь? Бабу буду, дайте бабу, буду бабу.